закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. Я помню, как тебя любил, и слезы на твоих щеках. Я помню, я не помню.
анекдотов, чтобы я выучил, рассказал, вошел на сцену, я запомнил. Но все пять, что-то время прошло, я не вылезли. А один анекдот, такой свежий, веселый анекдот. Два врача сидят на берегу реки, и один ловит рыбу, уже похмелился, а солнышко так блестит, ветерок играет легкий, стрекозки. Ну, все располагает для того, чтобы ловить рыбу и выпивать алкогольные напитки. Вот. А второй мрачнее тучи. Его и солнце не радует, и лягушки не так квакают. Ну, вообще сидит, он и удочку-то не замотал, он что-то сидит там, думает себе. Вот, и этот спрашивает меня: «Вить, что ты, что с тобой? Ты что, ты не выпил? Что ты? Ты отгоняешь там?» Ну, «Серег, блин, я только что вспомнил. Представляешь, вчера мы с тобой выпили, меня моя пациентка соблазнила». «Да? Я гинеколог, понимаешь? Я это каждый день делаю с ними. Я не переживаю, он ловлю рыбу себе. Смотри, он клюет». «Сереж, ну ты гинеколог, а я-то ветеринар». Пенкин встречает Моисеева через дорогу. Машина ходит, никак не добежать. А у него новость. И он не может, он не прет. «Серега! Серег! Слышал новость-то? Я так влюбился!» «Я вам говорил насчет некогда, да, извиняюсь за слово». «Посрать некогда!» Вот. Ну, жизненная ситуация, человек, любовь. Что делаешь? Ну, и, чтобы не останавливаться на анекдотах, мы будем петь дальше. И следующая песня — это вальс. Вальс под названием «Падал снег».
песня «Мой Бог», это тоже же Марлен Вихер, то есть называется «Мой Бог», для того, чтобы как-то в альбоме не было такого вызывающего названия. Потому что ни одного блатного слова, никакого жаргона, ни фейки, ничего нет. То есть он говорит ей о любви, смотря в ее кошелек и на ее колье. Вот такая подоплека песни «Мой Бог».
спаси. Очень часто бывает, случается в жизни, когда девушка, которую ты любишь, которую ты доверяешь, свое сердце просто-напросто от него отказывается, и по прошествии времени она забывает вас. Вот. Проходит время, поверьте, это время пройдет, и когда ты увидишь ее вновь, она уже будет не той девушкой, которую ты видел и знал. У меня такое в жизни случалось. Один раз моя первая любовь, которую я писал «Девочку Пай» и все остальные песни. «Девочку Пай» написал очень давно, и я ее увидел недавно. Я сказал: «Хорошо, что ты меня...» Я себе сказал, что ты меня забыл, потому что это совершенно не та была девушка. И время лечит, как поет Александр Розенбаум. Вот так происходит в жизни. И следующая песня называется «Это имя». Она как раз относится к этой теме. Thank you.
письмо мое нечастое довольно. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю себе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости. Вода-вода-вода. Прости меня, прости. Мама, я мама, мама. Мама, я мама. Слезы твои, милая моя, за письма под